Ребята, всем привет! Сейчас иду домой. Ко мне привезли швейную машинку. Была доставка. Честно говоря, я прям в предвкушении того, что я увижу. Я целый год охотилась за швейной машинкой. И вот, наконец-таки, решила себе приобрести. Очень-очень сильно счастлива, рада. Сейчас приду, буду делать распаковочку. Иду с работы. Настроение новогоднее. Получается, сама себе сделала подарок на Новый год. Сейчас вам покажу, поделюсь своими эмоциями. Всем привет еще раз. В общем, привезли мне мою, получается, швейную машинку. Я безумно-безумно рада. И сейчас, наконец-таки, открою. Я даже ее еще не видела, поэтому не знаю, что там будет. Поэтому сейчас давайте прям вместе с вами я буду это открывать. Получается, здесь вот все на скотче. Так, вот здесь вот у нас идет паспорт, гарантийный талон. Ага, вот у нас белая коробочка. О, смотрите, обалдеть, нитки еще и со шпульками. О, шикарно. О, ну это просто вау. Я первый раз такое вижу, шикарно. Так, дальше что-то у нас тут еще лежит. Смотрите, здесь получаются разные вот стишки. Книжечки, давайте посмотрим, что здесь у нас. Так, здесь это сервис. Здесь, наверное, как ей пользоваться. Да, получается, разная инструкция, как использовать эту книжку. Отлично. И вот это вот идет у нас шпаргалка по стежкам. Что она делает? Смотрите, даже буковки и то можно вышить шикарно. Так. Ну и, собственно, сама коробка выглядит внутри вот так вот. Сейчас осталось ее только изъять. И посмотрим на саму машинку. Ну и вот, собственно, это уже сама машинка. Очень она красивая. И она такая прям большая. Не ожидала, что она такая большая. Здесь вот все на скотче залеплено. Вот идет автомат. Так, смотрите, здесь идет столик. К ней можно вот доставить машинку. Педалька идет, провод. Так, ну и это я вам уже показала. Ну, от этого я вообще в восторге. От количества шпулек. Просто-просто супер. Так, сейчас вот это посмотрим, как оно делается. Так, вот это я смотрела видео, что оно как-то вот так вот доставляется, что вот можно будет сшить. Будет изъять, конечно, и сюда вот этот столик доставляется. Получается, площади работы будет много. Вот здесь вот это для регуляции скорости. Ниточка автоматически в иголочку. Ой, вот здесь кнопочки старт, стоп, обрезка нити. Ой, какая она красивая. Я мечтала прямо о такой машинке. Что я целый год охотилась, чтобы красивую себе суперскую машинку купить. И вот она, вот она. Девочки, это такое счастье прям вообще. Ну, кто шьет, тот меня поймет, что для нас, для шьющих, это большое счастье иметь классную новую машинку. Получается, цена такой машинки была 228 тысяч тенге. Но так как Новый год, я взяла ее со скидкой 114 тысяч. Я считаю, что цена очень классная. Это примерно где-то 300 долларов. Вот. А так она стоила 600 долларов. Вот. Поэтому я очень-очень рада. Теперь осталось только попробовать, как она шьет в работе, ну и оценить. Ну, это, наверное, уже в следующем видео я сделаю. В общем, всем я желаю хорошего настроения, всех с наступающим Новым годом. И обязательно делайте себе крутые подарки, чтобы они радовали вашу душу, как вот эта вот швейная машинка просто обрадовала меня. В общем, как-то так. Всем пока-пока!